наступила долгожданная пора арбузов и дынь. Поэтому сегодня мы приготовим фруктовый салат с этими ингредиентами. Для этого нам понадобится спелый арбуз, сочная дыня, лимон и столовая ложка меда. Первым делом берем арбуз, очищаем его от косточек, избавляемся от кожуры и нарезаем на крупные кубики. Дольки дыни также очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Арбуз и дыня содержат витамины группы В и аскорбиновую кислоту, а пектин и клетчатка улучшают моторику кишечника. Кроме того, арбуз и дыня являются прекрасным диетическим продуктом, так как имеют приятную сладость и при этом содержат мало калорий. Берем глубокую тарелку и в ней смешиваем кубики арбуза и дыни. Поливаем все это медом и выдавливаем сок лимона. Сверху посыпаем листьями свежей мяты, которая добавит невероятный вкус. И можем приступать к легкому, но очень вкусному завтраку. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!